Мухаммад Расулуллах, если уже так же, ученые также добавляют шурут ла иляха илляллах. Мы сказали, аркан, столпы, ла ма'буд, ла нафи валь исбат нету. То есть отрицаем всех богов и утверждаем только одного Аллаха, субхана ва та'аля, как создателя, как тому, кому можно поклоняться и так далее. Мухаммад Расулуллах тоже два столпа, два рукна. Аль-абд вар расуль. То, что он раб и он посланник. То есть, когда мы говорим раб, значит, он не бог, он не илях, он раб. Значит, тоже поклонялся Аллаху Субхану и призывал, чтобы люди поклонялись только Аллаху Субхану ва Та'аля. Все пророки призывали к Аллаху Субхану ва Та'аля. Не призывали себе, призывали ко Всевышнему Аллаху. Это тем, отсюда мы познаем, что такое аль-абд, раб. Вар-расуль, то есть он посланник, значит, ему дано откровение. Вахи ташри'и, ему дано откровение от Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Поэтому Аллах в Коране говорит в сурат Аль-Кахф: "Кул иннани ана башару мислюкум ай абд". Скажи: "Я поистине я человек, как вы, раб". "Кул иннани ана башару мислюкум юха илей". Мне дано вахи, ар-расуль. То есть значит аль-абд башару мислюкум ар-расуль юха илей. То есть я раб, как вы, то есть имеется в виду, я человек. И я посланник, мне дано откровение. Поэтому мы его не возвышаем выше посланника, не ставим на уровне Бога, чтобы ему поклонялись. Когда бывает, например, даже в Медине кто был, там стоят ученые, когда человек начинает у него просить у посланника Аллаха, его нельзя просить у посланника Аллаха, только у Аллаха можно просить. Сделайте что? Делайте салават, салям передавайте, но просите только у Аллаха, субхану ва та'аля. И также мы, когда сейчас с вами читали تشهود شتوس قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله راب الله هو بصلانك لودا حديث كثر بريوس أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا بقولكم ولا يستهوذنكم الشيطان فإني عبد الله ورسوله فوالله لا أحب أن ترفعونني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه ابن ماجه دستовер الحديث посланник الله صلى الله عليه وسلم. Люди пришли к нему и сказали: о посланник Аллаха, о господин, сын господина, о самый лучший, сын наилучшего. Нет сомнения, то что посланник Аллаха господин всех пророков, господин всех людей, но однако он сам صلى الله عليه وسلم не любил, كان متواضعا, он был скромным и сказал: о люди, бойтесь Аллаха, говорите простыми словами. Поистине, я раб Аллаха, и я его посланник. И клянусь Аллахом, я не люблю, когда вы меня поднимаете выше того, что мне дал Аллах. Самое лучшее, больше всего он любил, когда его называли рабом Аллаха и посланником Аллаха. Саллаллаху алейхи ва саллям.